Друзья, всем привет! Вы на канале Соленой. Друзья, сегодня с вами говорим о здоровье печени, о детокс эстрогена в печени, о мужские там тоже проблемы в печени. Поехали! После праздников у всех печень слетела, и меня прям заштормили вопросами. Ален, скинь нам, пожалуйста, программу по здоровью печени. Да, пожалуйста, друзья, то, что использую я, готова поделиться. Так. Ну, мы знаем, что печень выносит мусор, когда вы там в токсикации, что печень нуждается во всех минералах и витаминах, в достаточном количестве белка, она является таким пылесосом. Короче, очень много у нее нюансов, друзья. Но самое главное, что хотела вам сегодня донести. Ну, понятно, про питание вы там со своим гастроэнтерологом, не знаю, диетологом разбираете. А мне уж остается вам рассказать про лецитин, лифгард, молочный чертополох, серу, омега-3 и репейник. Что это за комплекс? Кому полезна программа? Во-первых, оздоровительная программа прежде всего используется в качестве профилактического средства. Ни в коем случае, если у вас там какое-то ужасное заболевание, вы не начинаете там что-то делать со своей печенью. В качестве профилактического средства. У кого меняются острые или хронические, имеются острые или хронические нарушения функций печени, различного генеза, гепатиты, вирусные гепатозы, жировой гепатоз, токсическое поражение печени после приема лекарств, то почечную недостаточность здесь не нужно сначала пройти лечение. Но какие задачи решает данная программа? Детоксикация, очищение организма. Кому актуально? Лайк. Нормализация обмена веществ. Кому актуально? Лайк. Улучшение работы печени и желчного пузыря. Кому актуально? Лайк. Замедление фиброза печени. Вот такие краткие рекомендации можно получить, используя данную программу. Ну, мы все знаем, лецитин, гепатопротектор, там очень много у него свойств. Сера для постройки коллагена и антиоксидант, лифгард входит, там и железо, витамин С, столько минералов и биологически активных веществ, просто огромное количество, которое у вас есть или будет. И это просто база, друзья, без которой, ну, как бы, не, ну, очень тяжело. Поэтому, и репейник, бердок, тут и аллергены когда, и когда плохо работает желчный, очень много качеств у этих трав. И, друзья, вы спрашиваете, ну, почему, Алён, ты все время выбираешь травы, и почему ты выбираешь витамины и минералы. Друзья, потому что я не вижу другого способа спасаться в эпоху химии, в эпоху токсикации и в эпоху дефицитов. Но не вижу я другого способа. У меня не идеальный какой-то суперфильтр, который фильтрует калиево-магниевую воду. У меня не идеальный, я не знаю, климат, в котором я утром хожу по песку и вечером чистейшую рыбу в океане кушаю. У меня и получаю суточную дозу кальция, прям 1500. У меня каждый день строятся мои ферменты, и я не знаю, чего там закончилось каждый раз, и сама просыпаюсь и в ужасе: Алена, чего тебе не хватило? Но это шутка, но не шутка, друзья. Мы все так живем, и поэтому это нормально себе помогать и профилактировать. Ненормально, когда вы живете в состоянии кризиса, покупаете какие-то таблетки, либо биодобавки фирм, которых вы не знаете, не разбираетесь, и это даете кушать своему организму. Кушайте только чистое. Не занимайтесь душевным анонизмом. Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. Под видео обязательно поставьте комментарии, напишите, что вы использовали для помощи. И те, кто хотят данную программу, прям пишите, и я вышлю вам рекомендации и вышлю вам, где можно получить данную программу с максимально выгодной для себя ценой.